я опять вспоминаю вот эту книжку, в ней я прочитал другую удивительную вещь, а именно два, еще не два, а, собственно, можно сказать, что это один, но не общий метод, как разрезать квадрат на n. Как преобразовывать квадрат в n равных квадратов, которые, если я правильно понял, все-таки приписывают Абуль Вафе с 10 века. Первый нетривиальный частный случай – это когда n двойный квадрат. Вот тогда, оказывается, разрезание можно сделать вот такое. Квадраты мы проводим в диагонали. Способ интересен чем? Что линия разреза, они все раздуваются на два семейства, в каждом семействе линии разреза параллельны друг другу. Но в данном случае они параллельны диагональным квадратам. Вот так проводим разрез. И так проводим разрез. Ну и здесь так. И здесь проводим так. Так и вот так. Ну и что вот мы получили? Мы получили тут сколько-то квадратов уже получилось именно нужного нам размера и сколько-то равных треугольничков, которые как раз получаются как половина этих квадратов. Из этих треугольничков, естественно, можно, представляя друг другу, получить еще равные квадратики в количестве вдвое меньше, чем 100 треугольников. Ну и в итоге можно проверить, что если квадрат у нас разрезается на n равных квадратов. Вот они вот эти квадраты есть. Здесь они просто в явном виде, а из треугольничков они получаются вот так составлением друг друга. Значит, это первая конструкция. Вторая конструкция чуть-чуть хитрее, она работает, когда число n равно сумме двух квадратов. Ну вот если это все правда, то получается Абуль Вафа где-то был близок к знаменитой задаче о представлении натуральных чисел в виде суммы двух квадратов, которой, как известно, потом занимался Ферма, Эйлер, Якоби. Ну вот если n равно сумме двух квадратов, то способ не вот такой. Основан на вот таком тоже. А минус b в квадрате прибавить 4 АВ пополам. Ну, ясно, что раскрывает скобки, получаем то, что нужно. И каким образом он это делает? Сначала он берет два прямоугольника, которые разрезает на вот, здесь А линии, а здесь Б линии. Ну, в общем, на А умножить на Б равных квадратов. Потом проводим диагональ, и она может, ну, тоже появляется дополнительный кусок после этого разреза. А дальше делается вот что. Дальше берется квадрат, берется большой квадрат, ну тот самый, который мы и будем резать. В нем, ну вот, давайте для удобства я обозначу эту сторону А, эту сторону Б. А большой квадрат тогда будет иметь сторону квадратный корень из А квадрат плюс Б квадрат. Ну, чтобы его площадь равнялась А квадрат плюс Б квадрат. То есть равнялась n. То есть наши квадратики будут единичными, короче. N равно А квадрат плюс Б квадрат, тогда значит, сторона нашего квадрата, которую мы режем на n квадрат, будет как раз вот такая. Ну, ясно, что это получается как гипотенуза треугольничка прямоугольника. Вот так. Вот мы его приложим к одной стороне, потом мы приложим, продолжив эту линию перпендикуляр, мы получаем вот здесь опять отрезок равный b, а вот этот будет равен а. Потом мы продолжаем эту линию, здесь опускаем перпендикуляр, тогда вот здесь будет отрезок равный b, вот это все будет равно а. Ну и значит, ну и вот так опускаем перпендикуляр. Ну, короче говоря, приложили
четыре треугольника одинаковых с качествами А и Б. Вот таким вот образом. А, ну вот этот вот ответ как раз будет равен А минус Б. Ну, мы предполагаем, что А больше Б. Потому что вот это А, а вот это у нас Б. Значит, вот это ответ А минус Б. То есть центральный квадрат имеет размеры А минус Б на А минус Б. И будет получить А минус Б квадрат. Ну, добавив вот эти четыре прямоугольничка, согласно вот этому тезису, мы видим, что должно получиться n, то есть А квадрат плюс Б квадрат. Но на рисунке это как раз, собственно, и доказано. Ну, а теперь делается так. Вот этот квадрат разрезается на маленькие квадратики единичные, и вот эти линии все проводятся так, чтобы они резали наш большой квадрат. Вот так. А потом продолжаются эти линии проводиться параллельно уже проведенным. Ну и здесь, соответственно, тоже. Вот так вот проводится параллельно. В общем, где две системы перпендикулярно друг к другу параллельных таких пучков линий. Ну и вот, если посмотреть вот на эти треугольники, как они будут разрезаться вот этими линиями, то это будет в точности вот то, что здесь, на самом деле. Ну и чем хороший подход к разрезанию? Очень просто параллельными семействами линий резать. То есть, если реально нужно резать, то удобнее всего нужно параллельно резать, чем резать под всяким косым углом, вот как здесь. Тут надо вычислять, и как-то это все не очень удобно. А вот здесь все очень даже просто. Вот такой вот способ. Значит, я попробовал посчитать суммарную длину линий, какая тут получилась. Я вначале посчитал для частного случая n равно 13. Когда, значит, А будет 3, B будет 2, и вот этот центральный квадрат, он будет просто единичный квадрат. Так что никаких вот линий в этом квадрате проводить не надо, и картинка попроще. Я попробовал посчитать, и у меня получилась формула 2 умножить на корень 3, где n раз 13. А потом я попробовал посчитать в общем виде, и вот, как ни странно, получилось то же самое. То есть вся система линий 2 корня из n. То есть эта оценка оказалась лучше, чем та, которую я писал для вот того способа разрезания. Когда мы выделили n квадратов, уголок этот брали, разворачивали его как-то резали. Там оценка хуже, там что-то прибавлялось, а здесь... Но способ этот тоже не самый лучший, потому что вот способ, который я назвал Монтюкла, у него оценка меньше, чем 2 корня все-таки получается. И в частном случае вот той конструкции, когда n это m квадрат плюс 1, то тоже та конструкция оказалась неплохой, и суммарное число линий все-таки чуть меньше. А здесь оно в точности оказалось 2 корня из n. Ну, а в общем виде это меня вообще удивляет. Неужели это мог... Мне кажется, это, наверное, может быть, автор книжки уже приписывает арабскому математику. В общем виде мы берем любое число n и представляем его в виде суммы 4 квадратов. На самом деле совершенно не очевидно, что любое число n можно представить в виде суммы 4 квадратов. Но есть такая теорема, ее доказал Лагранж, ее безуспешно пытался доказать Эйлер, у него не получилось, но вот Лагранж сумел доказать. Но потом Эйлер тоже придумал другие доказательства. Ну, не знаю, Абельваффе, что по этому поводу знал или нет. Ну, в общем, если n представимо в виде суммы 4 квадратов, а любой n в таком виде представимо, то можно разбить эти квадраты на пары, но так, чтобы суммы их были по возможности ближе друг к другу. Наверное, это все-таки выгоднее. Ну, обозначим вот это, скажем, n1, вот
то тогда исходный квадрат имеет площадь n. Да? Вот, мы берем два квадрата с площадью n1 и n2. Сумма их как раз равна квадрату площади n. Эти два квадрата мы разрезаем техничные квадраты вот таким методом. И остается нам такая задача. Как превратить два квадрата площади, скажем, n1 и n2, в квадрат, в котором площадь равна n. Ну, понятно, что это теорема Пифагора. А как, собственно, преобразовать теперь два квадрата, которые на катетах, квадрат, который на гипотенузе, путем разрезания? И заодно при этом получится доказать, что теорема Пифагора с помощью разрезания, естественно. Да, поворотом 90 градусов. Нужно рисовать решетку из больших квадратов, она такая косая. Они все должны быть одной длины, эти отрезки. Корень из А квадрат плюс Б квадрат. Да. И теперь, ну, собственно, понятно, что это можно продолжать при желании, но не особо нужно. Потому что наша цель получить вот этот синий квадрат, разрезав один маленький белый и один. Да, вот это первая часть. Да, это вторая. Четвертая большая здесь будет такая же. Это если. Ты прими решение, какой. Не надо, какой квадрат ты режешь, Коля? Какие два белых квадрата ты режешь? Вот этот и такой, отлично. Здесь 3, вот здесь 5 и вот здесь 5. А вообще на 5 получилось, да? Да, получилось на 5. Ну это даже лучше, чем вот здесь. Ну тут, по-моему, 6. Тут, кстати, полного рисунка не нарисовано. Есть два рисунка с пояснением. Нет, ну это же у нас стандартная картинка. Ну да, я думаю, тогда вот это можно уже и не рисовать. Мы склеиваем эти два квадрата в один, проведя несколько дополнительных линий. Ну, они, конечно, тоже что-то там разрежут, надо посчитать. Можно оценить длину всех этих линий тоже при желании, да? Мы же знаем длину линий там и там, правда, надо учитывать изменения размера. Способ приписанный Абулю Вафи. Не знаю, действительно ли это вообще.